Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в Снэп от Марвел. Так, ну что, давай заберем 50 наших, как они там называются-то, кредитов. Кстати, меня понизили, ребята, на 5 рангов. Отгреб по полной программе. Вчера на мобиле, называется, поиграл. Хотел расслабиться, ну и так там меня приходили, что мама не горюй. Так, давай-ка мы что-нибудь повысим. Я вижу, что у нас кто-то. Кстати, я прокачал агента 13. Вот, ребят, я не знаю, что это означает. Вот это вот все. Базовая карта. Что ну, не знаю. Новая избранная карта добавит избранную карту в колоду. Непонятно. Мне вот непонятно, что это такое, ребят, делается. Карта не выбрана. Ладно. Сейчас не об этом. Сейчас мне нужно кого-то прокачать. Кто-то у меня хочет, но я пока не могу понять, кто. А, наверное, нет. Не Скорпион. А кто тогда? А, Накия. Точно, ребят. Новая рамка. Ну что, у меня из новых карт это Накия и Акоя. Если кто еще не в курсе. Ну что, погнали. Какая, 9-я колода? Ох. Опять сейчас. Все, ребят, пошла сложность уже. Очень много народу стало в нее играть. И причем играть довольно неплохо. Пукастин. А, пик. Пикастин. Костин. Так, добавляет сюда по случайной карте каждому игроку. А, на каком? На третьем, после третьего хода. Угу. Почти одинаково мы начали с ним. Так, на шестом ходу на эту локацию можно перемещать. Давай сделаем вот так вот. Акои поставим. Снэпочку. О, мультиплеер. Карта здесь получает плюс 5 к силе. Это хорошо. Кого он тут поставил? А, он хочет это, что ли, сюда переместить? Ну и кто мне добавил? Воу, 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 ему Халк, зашибись, ребят. А у меня нормально, а мне еще и порубил карту. Гаденыш. Просто, ребята, гаденыш. Самый настоящий. Так, он хочет этого сюда переместить, насколько я понимаю. Да, скорее всего, он так и хочет сделать. Угу. Что будем делать-то, ребята? Я даже не знаю. Так поставитесь только. Так, Vision. И последний ход. Халк. Ну, сюда, что ли, ставить Халка тогда получается? А этого сюда? Так, наверное, делать? Так он, получается... Пипец! Объясни мне, как он этого скинул, вот этого сюда. Переместить следующую разыгранную вами карту на локацию слева после ее раскрытия. То есть вот эту карту он переместил, ну все, я понял.
Ну, а что ты хотел? Я говорил, что, ребят, не все так будет просто и легко. И это тому подтверждение. Так, давай. Кто-то у нас еще хочет прокачаться. Кто? Я даже уже не знаю. Ты? Нет. Ага. Существо из фантастической четверки стало редким. Еще одну, и мы получим 50 кредитов. 50 кредитов. Так, разыграйте карты стоимостью 4, разыграйте карты стоимостью 2. Не знаю, ребята, может быть, колоду надо переделать. Может быть, зря у меня там это окой. Фигое. Ну, видишь, тут вот не повезло. То, что ему выпал Халк. То есть по карте. Дали каждому по карте. Ему просто на удачу выпал Халк. Здесь только может быть одна карта. Я не знаю, что здесь. Может быть. Сейчас посмотрим. Ну, по крайней мере, агента даже если уничтожить. Главное, чтобы он мне дал хорошую карту. С остальным все как-нибудь разберемся. Ну и чего ты там задумался, Алекс? Опа. Кто это? Постоянно, если у вас есть преимущество в 10... Чего? В 10 очков, 10 силы, плюс 4 к силе остальных локаций. Нормально. Здесь не работают постоянные эффекты. Йондо. Удалил мне пса. Ну, давай так сделаем. Она две крайние вот эти карты плюс 2 к силе. То есть, получается, будут по 4 силы иметь. То есть, получается, фантастический этот мистер Фантастик и Найткравлер, ночной змей. А разве Кравлер переводится как змей? А не Снейк, змей, змея. Угу, вот так вот он начал, да, тут химичить. Ну, давай я сделаю таким образом. Здесь не работают постоянные эффекты. Рэй, ты читать будешь когда-нибудь, а? Прежде чем карты ставить. Ты читать будешь или нет? Твою налево. Откуда здесь камень взялся у меня? Я что-то не понял. А, вот, потасовывает скалу 5 в каждую колоду. Ну, тупанул, согласись. Просто тупанул. С разницей в 10 очков, говорит. Так, он там что, динозавра этого хочет сюда клепать, я так понимаю. А я убрать его не смогу же, да? Нет, смогу. Давай проверять. А что, это зафиксировалось у нас, что ли, здесь 4 силы?
Интересно. Я так и думал, ребят. Фейл. Я так и думал, что он эти доборы стал там брать. Это все для этого дьявольского динозавра. Шикарно. Так, задание выполнили. Забираем. Так, 50 кредитов. И едем дальше. Да, Кои, Наки, они, в принципе, неплохо, ребята, разыгрывают. Особенно, если на этих картах, которые стоят слева, очень, очень... Вот здесь, вот, например, невыгодно Наки уставить, потому что, ну, сам понимаешь. Так, если вы разыгрываете здесь карту, добавляйте в руку себе ее копию. Ну, хорошо. Разыграем копию себе в руку. Ночной змей не помешает, я думаю. Что теперь? Может быть, только одна карта здесь. Ставим Акои. Опа. Зимний солдат у него. Обменивайтесь руками в начале шестого хода. Даже так. Давай. Руками, блин. Чё он там? Ну, Карнейдж, понятно. Эх, что же нам поставить? Блин, сейчас же заберет это все. Давай я так поставлю. Он Халка сюда влепит. Блин, он Халка влепит туда, ё-моё. Фигня получается, ребят. Надо было ставить мне сюда динозавра. Может, уйти, пока не поздно, а? Ой, твою налево, ну что там у тебя? Так, так. И так. Последний ход. Вон что у него. У него Халк там, да? А что это я не могу убрать-то этого? В плане он не убирается. Ну и что мне тут делать, извините меня? Давай-ка я нафиг отступлю, ребят. Ну это ерунда. Он сюда Халка поставит, и все. И я Халка не смогу перебить. Вообще никак.
Вот эти вот идиотские условия, блин. Надо, блин, брать эту ведьму обратно, мне кажется. Обмениваться руками, обмениваться, блин, поясами. Достало вот это вот. Ну и что это? Что вот это такое? Объясните мне, пожалуйста, вот это что? Четвертый, третий ход космо только вот здесь. Что я вам сюда поставлю? Не знаю, что у него за карта, блин. Возвращайте, что ее себе в руку? Тут клавом только нормальная. Клоу играть. Если вы разгрузите карту, добавляет копию в руку противника. Ну давай. Будем в руку противнику отдавать. Карнейдж. Достал со своим карнейджем. Так, 6 и 8, да? Там 14 у него получается. Так, Vision и этот. Последний ход. Сюда надо, наверное, что-то ставить, ребят. Получается. Таким вот макаром. Но он Vision сюда может передвинуть. Скорее всего, так и будет. И здесь локацию я профукаю, и здесь. Надо было, знаешь, что сюда ставить? Фантастическую четверку. А она не возвращается в руку на последнем ходу, что ли? Нет? И что это было? Что вот это сейчас было? Зачем он его поставил? Я не знаю, ребят. Да, лопухнулся он, конечно, здесь. Я думал, немножко по-другому он сыграет. Так, два задания выполнено. Ага. 200 кредитов. Кто у нас тут хочет прокачаться? Вот как вот понять, кто хочет прокачаться, чтобы вот не искать, я сразу, хоп, кликнул на него и все. Ага, скорпион. Анимированным становится. Ну, 2 очка, по-моему, сколько там? 4 даже. Ну, допустим. Так, поехали. Ну, тут да, тут в боевке повезло. Ну, Vision, блин, противная карта. Если честно, перемещается куда удобно, куда ему хочется. Против Луки играем. Так, карта здесь. О, превращается в Халка. Если у него очень много карточек, таких как 1-1, это будет круто. Здесь побеждает игрок с наименьшей силой. Что значит? Штаны наложил, что ли? Колос.
Так, получите копию. Вот у него там что. А если я вот так сделаю? Неужели у него есть этот Рина? Тогда да, тогда он в руины превратит. Мантис в пролете, и это в пролете. Угу. Пим-пим-пим. Подожди, наверное, я лучше сделаю вот так все-таки. Ну да, Рина. А если я сделаю вот так? Последний ход. На кого ставку будем делать, ребят? Тут, понятное дело, она, кстати, не успеет у него превратиться, если честно. Давай вот так вот сделаем. Ой. Ну, нет, успела. Гуляй, Вася. Гуляй, Петруча, вот что я тебе скажу. Гуляй по холодку. Лука, лукище. Нормально, ребятушки, нормально. Наконец-то я вернулся в 46-й ранг. А был на 55-м. Да. Опа. Такс. Ну что, еще партийку? Как говорится, на дорожку, да? На дорожку, блин. Опять с рукой не повезло, да что ж ты будешь делать-то? Так, все карты здесь получают один к силе после пятого хода. Один, а, две к силе. Как круто. Как круто. Две к силе. Даже мелких сюда, если накидать, ребята, можно очень круто, как говорится, разгуляться. А у меня, как видишь, третий ход только, минималка. Я же ртуть убрал из колоды. Теперь у меня Накия, Акои, Агент 13. Ну, началось. Если вы разыграете здесь карту, я купил заполнить эту локацию. Ему просто сейчас крупно повезло, ребят. А я здесь поставлю что? Да дофига чего можно поставить туда. Так, скорпиончик. Так, разыгранные здесь карты не будут раскрываться до конца игры. Давай так поставлю. Вот у него там что было-то. Блин, или что сделать-то лучше? Так и так? Нет. Все-таки так. Что у него тут за карта? А, она не будет раскрываться до конца хода. Смэк. А потом просто поставить эту, да, и сделать дубликаты. Но на одной локации мы тогда, может быть, и выиграем. Thank you.
Так это что сейчас будет твориться-то такое? И все? All system go. Что-то пахнет здесь керосином, по ходу дела, ребята. Что он там за карты поставил? 5 и 3. До свидания. Сиго хор. Воу-воу-воу-воу-воу. Почему не туда? Почему не туда? Твою. Ой, блин. Ну это, конечно, с этим, да, ребят. Ты просто подколол. Вшивая росомаха, блин, была у него в руке. Не, в колоде она была, он ее из колоды там уничтожил. Прикинь. Там все было в мою уже сторону. Победа уже все, вот она, бери ее. И, этот, и надо же, этот чертова росомаха вылезла. Давай, давай, Наки, все, Фриди. Да. Обидненько, конечно, было. Из ранга я, по-моему, слетел. Надо обратно возвращаться на 40. Какой? 45-й? 46-й? Нет, 45, по-моему. Стучай на локацию. Давай. Вот это донатер, ребят. 100% тебе говорю. Когда вот такие аватарки, это... Покупает он эти... Паки, короче, одним словом. Ну и чего ты, блин, постоянно ваши карты без способности получить. Ну и нафиг она мне нужна. Когда перемещает сюда, переместим. Опять за свое. Так, ребят, сюда надо ставить этого. Дай бог он успеет Карнейджа своего влепить. Он первым ходит. Ну, ё-моё! Все. Эти карты замерли. Дэдпул. Ну тут мертвецкий. Все, тут ничего он не сделает. Пим-пим. Пим. При раскрытии. При раскрытии. Постоянно. И толком-то ничего нету здесь, получается, у нас. Ах ты, гаденыш, отступил. Отступил, ребята, он. Ладно, я опять вернулся в наш 46-й ранг. Хожу там. 46-й, 45-й, 46-й, 45-й. Ну, я понял, почему он, ребята. Он же хотел разыграть там. И там ничего не получилось. Так, уничтожает здесь все карты после третьего хода. Опять же, вот эти вот на убийствах вообще идеально. Сюда понатыкал карт. И после вот третьего хода они уничтожаются. Ну, видишь, как новое это. На каждом ходу вы не можете разыграть свою карту. Свою первую карту.
Так, бесявый скорпион. Плюс один к силе получай, да? Давай так сделаем. Ну, естественно, он новый будет уничтожать. Может быть, даже сейчас поставит кого-то здесь. И он даст плюс один всем своим картам. Плюс один это три. Вот, видишь, что вытворяет. Так, берет ведьму, ставит. Что там у нас? Опять что, на динозавра пошел тут клепаться? Или чего? Наверное, да. Карнейджи. Так, фантастическая фигня. И последний ход. Вот тут я тупанул, конечно, жестко, да, ребят? Поставил сюда карту. Нафига я ее поставил, когда надо было? Ну, туплю. Если поставлю так... Давай посмотрим. Он выиграл здесь. По очкам, ребята, выиграл. У него 25 против моих скольки там 10. Только лишь по очкам и все. Ни больше, ни меньше. Вот такая вот ерунда. Флайт. Да ядрен Матрен, ну что вот это такое? Фиг ли мне твоя скала вот эта? Она мне нафиг не нужна. Скала, он подтасовывает в руку мне скалу, блин. Опять же, дьявольский динозавр и Халк. Это на самом начале. 6,5. Ну куда? На одну локацию не перемещается. И что? Вот что вот мне это дает? Я потом смогу только Накию поставить. Но опять же, динозавр и Халк прокачается. Ну куда это? Что, нормально это? Конечно, нет. Вправо, да, переместятся все карты. Че, я могу понять, все камни ко мне, что ли, прилетели? Ну, опять же, через Карнейджа будет играть. Ребят, понимаете? Опять же. После четвертого хода будет перемещаться, да? Че, Карнейдж ему, что ли, там не выпал еще? Или что? В чем проблема-то, не пойму. Переместились. Угу. Так. Ну что, нам надо будет Халка, наверное, заряжать. Сюда.
Больше вариантов нет, друзья. Ну и отлично. Ну и прекрасно. Выиграли. Правда, мы в тот раз потеряли 8 очков, а в плюсе всего лишь 4 очка. Секешь, да? В чем разница? Выиграем матчи. Так, нам еще надо... 3 матча еще выиграть? Ну это нереально, 3 матча еще выиграть. Опять Флай? Да вы серьезно, блин? Это же его, мы же с ним только что сыграли. О, хотя бы Акоя выпало, ладно. И куда мне Акою? Сюда, наверное, ставить ее надо будет. Поставим Акоя, поставим Накию. Акоя, Накия, такие названия. Что у нас тут? У каждого края здесь может быть только одна карта. Да ты опять со своим зимним солдатом. Ты уже заколебал уже просто. После третьего хода карты здесь меняются сторонами. Во-во-во-во-во. Давай. Карты здесь меняются сторонами. После какого-то третьего хода? Кого он там поставит? Угу. Давай так сделаем. Ну, Халк. Халк только сюда, ребят, пойдет. Других вариантов я не вижу. Сюда Халк пойдет. Или не Халк? Проверим. Опять он выиграл по очкам. Да ядрен, матрен, ну... Пипец, блин. Я офигею, блин. По очкам дурацким этим выиграл. Как меня это вымораживает просто, а? Этот дебильный солдат поменялся. Черт бы его побрал, блин. Нафиг он мне нужен. Одна карта только может быть. Одна карта может быть только здесь. Угу. Угу. Кто здесь имеет больше карт? Ага, ну давай. Так.
Муравьишка. Муравьишка. Так, сделаем. Давай сюда какую-нибудь ерунду кинем. А вот это называется трындец, ребят. Я могу Халком здесь победить? Могу. Да. А что если... Блин, я не могу туда поставить. Давай посмотрим, рискну. Ребят, на один балл. Ух, ребята, на один балл я его вздрючил. Это, конечно, да, это круто. В общем, ребята, как понимаете, чем дальше, тем сложнее и в то же время интереснее. Ну что, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.